Всем доброе утро. Сегодня 22 апреля. Ночью был сильный ветер, дождь. Думал, будет холодно, а с утра вот потеплело. По сравнению с теми предыдущими тремя днями, значительно потеплело. Хотя еще и в теплой куртке вот убираюсь. Вот уже даже вот в эти холодные дни вот этих вот отказников, которые, помните, это в попу раненые были у нас, вот они. Они уже у нас как большие, сами гуляют. Вот я их первый раз-то перевел туда, вот в этот аквариум из рам. Вон. А на второй день открыл их, больно рвались к травке. Тут вот травка пробивается. И они вот сами гуляют. Вороны только доливают. Сейчас вот на вот эту газовую трубу понавешу всяких тряпок на день. Типа чучело сделаем. Вот Васька их охраняет. Вот он наш Васька. Васька, да он умный у нас. Да он умный, дрался, вот ушко ему порвали. Да, Василек? Постоянно рядом с ними. Охраняет. Боец охраны. Вот такие вот отказники. Этих вот цыплят отказался. Ну, как сказать, отказался. Ну да, отказался. Перестал выходить на связь с Оренбурга. Михаил заказывал их. Ну вот, остались. Оставили себе. Благодаря Михаилу. Вот они какие. Вот гуляют, пасутся. Корм там в коробочках лежит. Они вот по траве бегают. Корм им не нужен. Вот такие. Конечно, прохладно на улице. Нахохленные вот. Но в помещении держать уже им и тесно, и рвутся на... Вон червяка какого-то поймал. Все, сожрал. Вон еще даже на некоторых эти следы от зеленки поставались, не отмылось еще до сих пор. Больше месяца прошло, а этот так на некоторых и чуть-чуть видать. Вот такие вот они, наши суссексы и биллефельдеры. Вот они пасутся. Вон как травку поедает. Не зря про этих пород пишут хорошие фуражиры. Вот весь день бегают, щиплют. Редко подбегают к кормушке. А так вот, собирают. Нравится им травка после зимы-то. Перестал им натирать теперь. Избавили меня от процедуры изготовления витаминного салата. Вон они сами теперь салат находят. Вот такие. Вот курочка Биллефельдер. Вон курочка Биллефельдер. Вон курочка Биллефельдер. Вот из 10 цыплят этот петушок какой. Вот видите, расцветка уже более видно как. Вот петушок. Вот петушки. Вот такая птица. Вот она. Это вот петушок суссекса будет. А это наш Васька. Васька, кс-кс-кс. Ой, ты Васенька. Ой, ты Васенька. Ой, ты Васенька. Вот. Вот такое доброе утро. Вот такое доброе утро. Вот они тут прячутся. Этим вот прохладно зашли в аквариум теперь. Почистят перышки. Побегут дальше. А этим пофиг холод, да, Петька? Ух, красота вы наша. Ух, красота. Целуется. Он как целуется. Вот такое доброе утро. Все, всем пока. С добрым утром.